Представители журналистского сообщества выстраивают коммуникации и механизмы взаимодействия. Вслед за саммитом лидеров Центральной Азии, Китая в Сиане, теперь уже в Пекине проходит медиафорум, в котором принимают участие руководители средств массовой информации из Бишкека, Астаны, Ташкента, Ашхабада и Душанбе. Форум был инициирован китайским информагентством Синьхуа, а страны Центральной Азии представляли Кабар, телерадиокомплекс президента Казахстана, Медиатуркмен, Национальное информационное агентство Узбекистана и Таджикистана. Гендиректор информагентства Синьхуа Фун Хуа подчеркнул, что отношения между Китаем и государствами Центральной Азии вступают в новую эпоху, и сейчас сотрудничество в сфере СМИ должно служить формированию справедливого образа стран, лидеры которых приступили к созданию стабильного и уверенно развивающегося региона. Сотрудничество в области СМИ между Китаем и государствами Центральной Азии также открыло новые возможности, сказал Фун Хуа. Директор информагентства Кабар отметил, что фундамент нового регионального развития, заложенный на Сианском саммите, расширяет границы взаимодействия между странами Центральной Азии и Китая. Поэтому выстраивание взаимодействия в медийном пространстве и доведение до общественности объективной информации сейчас особенно важно.